Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирина Быханова. Сегодня мы готовим с вами очень вкусное угощение. Рецепт простой и быстрый. Оставайтесь со мной и будем готовить. Нарезаем лук небольшими кусочками. На крупной терке натираем морковь. Нарезаем соломкой капусту. Лук и морковь нам нужно подзолотить. Отправляем в сковороду, обжариваем на растительном масле. Лук и морковь уже стали мягкими, начали подрумяниваться. Отправляю сюда капусту. И на медленном огне доводим капусту до мягкости. Затем все перемешаем. В пустую чашу отправляем яйца, сметану, соль, сахар. Перемешиваю все. Теперь постепенно подсыпаю сюда муку и добавляю разрыхлитель теста. И вымешиваю. Вот такое тесто получается. Как густая сметана. Берем силиконовую форму, можно любую другую форму, в которой вы будете готовить пирог. Выкладываем сюда тесто, не все, а половину. Разравниваем и выкладываем начинку. Распределяем и сверху заливаем оставшимся тестом. Все подготовлено. Духовку я уже прогрела до 180 градусов. И при этой температуре буду выпекать свой пирог примерно минут 30-35. Вы ориентируйтесь на свою духовку. Пирог готов. Такой красивый, румяный он получился. Сейчас он немножечко остынет. И можно его подавать. Разрезаем. Вот такой классный пирог у нас получился. Смотрите, какая потрясающая начинка. Румяная корочка, сочная начинка, изумительный вкус. И готовится легко. Ну вот и все, мои дорогие. Спасибо, что вы были со мной. Если вы впервые на моем канале, то подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о следующих видео. Внизу в описании под видео есть ссылка на мой второй канал, канал о моей жизни, влог Ирины Быхановой. Я вас там жду. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, мне будет очень приятно. А также делитесь моим видео с друзьями. Всем пока, до новых встреч, увидимся в следующем видео.